Рахует Адонай ми ворах. Барух Адонай ми ворах леолам ваэт. Барух Адонай ми ворах леолам ваэт. Барух ата Адонай Элоэну мелех хаолам, ашер бахар бану микол амим, венатан лану эт торато. Барух ата Адонай нотен атора. Амин. Нахну никрам и сефер бамидбар, перекастрим вейхат, псуким арба атейша. Мы прочтем книгу Числа, 21 глава, 4 по 9 стих. Вайсу миор аар дерех ямсов, лизбов эт эрец эдом, ветикцор нефеш аам бадарах, ведабер аам беэлоим уве Моше, лама элитуну ми Мицраим, ламут бамидбар, кен лехем бен маим, бенавшейну каца балехем клокел. Вайшлах Адонай баам эт анехашим, астрафим, вайнашху эт аам, ваямат аам рав бэйсраэль, ваяво аам эл Моше, ваямру, חתנו כי דיברנו באדוני ובך. התפלל אל אדוני ויסר מעלינו את הנחש. והתפלל משה בעד העם, ויאמר אדוני אל משה, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את האיש, והביט על נס. Прочитаем наш недельный отрывок из чисел 21 глава, с 4 по 9 стихи. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды». И душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя». И ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя. И когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Аминь. Мы назовем как бы, наш отрывок «Опасность», которая состоит в том, что мы берем часто... и какие-то вещи, как само собой разумеющиеся. И немножко как бы предисловие к нашему недельному отрывку. С хронологической точки зрения мы находимся прямо в последнем моменте, последний год перед вступлением в обетованную землю. Это последняя жалоба еврейского народа перед входом в Израиль. И, наверное, что-то будет интересное, раз это последняя жалоба. Давайте задумаемся, все-таки народ был 40 лет в пустыне. Что это за место такое, пустыня? Моше в парашат Экев митаер саканот шееш бамидбар. В недельном отрывке, который называется Экев, в книге Второзакония, Моисей описывает те опасности, которые подстерегают людей в пустыне. Дварим хет тетвав. Восьмая глава Второзакония, 15 стих. Давайте прочитаем, какие есть опасности. Амолюхеха бамидбар агадоль ванура, нахаш сараф ваакрав, וצימאון אשר אין מים, המוציא לך מים מצור חלמיש, המאכילך מן המדבר, במדבר אשר לא ידון אבותיך, למען ענותך, למען נסותך, להטיבך באחריתך. 8 глава 2 Закония, 15-16 стихи. Бог, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды,
который источал для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Моисей говорит о трех главных опасностях, которые подстерегают людей в пустыне. В первую очередь змеи, скорпионы, недостаток воды и недостаток пищи. Здесь написано, что Бог обеспечивает народ и водой, и пищей через манну. Меняет, что есть кама мидрашим, что гам митяхасим лекета шел анахашим. Интересно, что есть несколько мидрашим, которые именно касаются и вопроса опасности от змей. Лемашаль мидраш Танхума бешалах, симан гимель, маскир лану, омер лану бецем, ושורף נחשים ואקרבים מחבט ומרבץ את הדרך לפניהם. Интересно, что есть такой мидраш Танхума, который как раз таки говорит, что он сжигает нахашим ואקרבים у мифане דרך לפניהם. И он освобождает дорогу народу посредством того, что он убирает всех змей, сжигает их. Давар доме יש לנו במדרש רבה במדבר פרק כף א. В 21 главе Мидраш Раба тоже есть ссылочка по этому поводу. Раби Юдан омер: «Анахашим шая аанан сорэф отан веосе отан гадер лемахане, лаудиям несим шааса лаем амаком». Интересно, тут он говорит, что как раз, помните, столб, да, есть огненный, есть облачный, что именно он сжигал по дороге всех змеев и как бы делал из них такую ограждение, то есть освобождал место народу. אז אנחנו בעצם רואים שכל הזמן שהם היו במדבר, הם היו תחת נס מתמשך. То есть мы понимаем, что все то время, когда народ находился в пустыне, он был постоянно под как бы защитой, да, под защитой Божьей, под его. Под знаменем чудес. В гама Рав Хирш омер, что анахашим аю бамидбар миазун митамид, ах атко Элоим икев отам бекохо. И также Рав Хирш тоже говорит, что всегда змеи были в пустыне, да? То есть это обычное явление, но все это время Бог их удерживал, то есть защищал свой народ от них. Зот омерет берега шаам итхил литлонен. То есть тот момент, когда народ начинает опять роптать и жаловаться. А жалоба состояла в том, что нет воды. Нам надоел уже этот хлеб. Два чуда, о которых мы уже говорили. И что делает Бог? Он говорит: ну хорошо, вам надоели мои чудеса, я отхожу в сторону, убираю свою защиту, пожалуйста. И приходит змей. Рав Хирш אומר שבעצם וישלח לפי הדקדוק, הכוונה היא, הוא פשוט נתן להם ללכת, שחרר אותם, הוא לא עיכב אותם. В русском переводе просто написано, что он посылает змей, да? А вообще этот глагол וישלח может также быть интерпретирован как освободил, да, отпустил. זאת אומרת, הוא נתן לזה להתנהל כמו שזה מתנהל בעולם הרגיל. Он позволил змеям действовать, как они действуют в обычной своей среде природной. Что мы можем извлечь из этого? Что мы очень быстро можем привыкнуть к чудесам и воспринимать их как что-то само собой разумеющееся. Например, то, что мы живем здесь, в Эрец Исраэль, мы חיים כי יהודים בארץ ישראל. אנחנו מחליטים, בא לנו לעלות לארץ או לא בא לנו לעלות לארץ. זה נס. И, в общем-то, прежде всего, то, что мы сейчас в Израиле, у нас была такая возможность приехать сюда, это, конечно же, чудо, само существование еврейского государства. И многие все еще думают, да, приехать, не приехать, может быть, забывая, что это настоящее чудо, возможность сюда приехать. זה שיש לנו אוכל על השולחן, או זה שיש לנו ילדים, то, что у нас есть еда на столе, дети.
זה שיש לנו בריאות תקינה. Что у нас есть здоровье. אנחנו בדרך כלל נזכרים בדברים האלה רק ברגע שיש לנו בעיה בבריאות שלנו, או בפרנסה שלנו, או בעוד משהו. Мы начинаем это ценить только в тот момент, когда мы теряем что-то, да, или наше здоровье вдруг. וכדי להזכיר לנו, לא במקרה, בתפילת העמידה, תפילה 18, И вы знаете, что есть такая молитва, да, которую три раза в день читают, молитва 18, Амида, молитва Амида. Есть это Беркат Ауда. Там есть такой специальный отрывочек, который называется молитва благодарения. Модим анахну, мы благодарим, вешам, эмшех, есть списочек, за что мы благодарим. Валь нисеха шебехоль йом иману, валь нифлеотеха ветовотеха шебехоль эт эрев вебокер вецаураим. За все твои чудеса, которые ты ежедневно делаешь для нас, утром, в обед и вечером. То есть, мы же митпалел, кашело лишкох, что он, в общем, хай бетоханес. И тот, кто молится этой молитвой, ему тяжело, конечно, забыть то, что он живет практически ежедневно в этих чудесах. גם כל הברכות בעצם, ביהדות יש לנו מלא ברכות, על כל דבר אנחנו מברכים, על האוכל, על הפרי. Да, и в иудаизме существует вот этот вот механизм, да, благодарения. То есть, что бы ты ни взял, ты вкусил какой-то плод, ты выпил воду, ты всегда благодаришь. Есть браха, да, благословение. יש ברכות אפילו על זה שאתה אוכל פרי פעם ראשונה בשנה, או יש לך ברכה על זה שהגעת לזמן מסוים, לחג מסוים. То есть, есть молитва, если ты... Допустим, в этом году это первые плоды появились, да, и ты благодаришь за этот первый плод. Или какой-то праздник, или событие, что ты дошел до этого момента. То есть на каждый случай жизни есть благословение. גם שאתה רואה איזושהי חיה יפה, או איזשהו צמח מדהים, גם על זה יש ברכה. Даже если ты видишь какой-то красивый цветок, и за запах, и за вкус, и за красоту, буквально на все есть своя браха. כדי לעזור לנו לא לשכוח ולא לקבל דברים כמובנים מאליהם, כמובן. Все это позволяет нам помнить о том, что, да, это чудеса, и не принимать их как что-то само собой разумеющееся. כמו שראינו, התוצאה היא מאוד בעייתית. Потому что результаты неблагодарности, мы знаем, очень плачевны. עכשיו, זה כמובן היה לא נכון מצידי, אם אני לא אזכור את התזכורת של הפרשה שלנו בברית החדשה. И, конечно, вы все знаете, и очень важно отметить, что эта история упоминается в Новом Завете. Бесефер Йоханан перек гимель. В Евангелии от Иоанна, 3 глава. Йешуа, бецем, медаберем Никодимон. Иисус говорит с учителем по имени Никодим. Никодим. Векмо ше игбия Моше это нахаш бамидбар, как царих шиурам бен Адам. Какой стих? 3 глава, 14 стих Евангелия от Иоанна. «И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Кама дворим меанинім. А гематрия шел анахаш у 358. Очень интересно, что цифровое значение слова «змей» 358. Гематрия. Ну, нихуш, эзе мила от релевантит, если от гематрия. Может быть, кто-то сможет угадать, Машиах. Я еще не Нахон, перевела уже. Вот. Аз бецем гематрия шеле Машиах венахаш, за ото миспар. То есть, и еще одно есть слово с таким же самым цифровым значением, это мессия, Машиах, да? То есть, змей и Машиах 358. Ве анахну роем, кмо ше Моше рим это нахаш, шо умер каха гам бецем уцарих лаалот, одре... Точно так же, как и подняли этого змея, также должно быть вознесено Сыну Человеческому, Мессии. Бакета шелану, есть давар, что каше лерот ото, кшета корает за бетергум. И есть еще один важный момент, который можно увидеть только в иврите. Анахаш мускар паамаим ве умофия им хея идия. Знаете, в нашей Парашат Шавуа, да, в четвертой главе, в 21 главе чисел на русском написано «змей» во множественном числе, например, в 7 стихе, да, если вы посмотрите, а на иврите «змей» в единственном числе, да еще и с артиклем определенным «хей», то есть как бы «ха», «нахаш», да, именно какой-то «змей» определенный. Эзешу «нахаша» специфию, вы, камуван,
זה מפנה אותנו, ולא במקרה ישוע מצטט את פרשת השבוע הזה, כי הוא מפנה אותנו ישירות לבראשית פרק ג'. Конечно, когда мы говорим о каком-то определенном змее, это сразу нас отсылает в бытие, в историю с искушением. ואנחנו יודעים שהבעיה היא בעצם לא הנחש שם בסיפור המקורי. Но мы понимаем, что причина, проблема не в самой, не в самом змее. הבעיה היא ביציות של בן אדם. Проблема в непослушании человека. אז בעצם, ורב שאול אומר, קורא לאדם הראשון, ולישוע קורא אדם האחרון. רב שאול называет первого человека, Адама первым человеком, да? А Мессию — последним человеком. אז בדיוק כמו בפרשה שלנו, הנחשים הם אלה שמהווים בעיה, והנחש הוא פתרון. Точно так же, как здесь у нас, змей — это проблема, а какое решение этой проблемы — это змей медный. כך גם הפתרון של הבעיה המרכזית שלנו, שהוא החטא הקדמון, החטא של הבן אדם הראשון שדרכו נכנס חטא בכלל לעולם הזה. Так же, как и у нас, да, первая проблема или грех вошел через первого человека. הפתרון בא דרך בן אדם האחרון, שהוא המשיח, אמרנו שאותה גימטריה גם. А решение этой проблемы приходит через последнего человека, через Мессию. אז בואו לא נשכח להודות לאלוהים על כל מה שיש לנו. Давайте не будем забывать благодарить Бога за все, что у нас есть. ובמיוחד על הפתרון שהוא הביא לנו בישוע המשיח. И особенно за то решение, которое мы получили в Мессии. ועל הנס שבעצם הוא עשה עבורנו והעלה אותו על הנס. И за то чудо, которое он сделал, подняв его на знамя. Вот это вот слово «нес», оно еще и знамя.